На главной пешеходной улице Твери начали установку сразу двух арт-объектов. Началась установка барельефа «Лучи Твери» и монтаж будущего фонтана. На пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятской, на месте, где раньше располагались главные часы города, уже установили основу барельефа. Барельеф «Лучи Твери» – это бронзовая большая карта древнего города Тверь, сделанная на основе сохранившихся в архивах документов. Также на самой пешеходной улице уже начался монтаж фонтана.